В этом году в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в осуществлении местного самоуправления» победителем было признано Коржевское сельское поселение. Что же было сделано местной властью и жителями для того, чтобы достичь таких результатов, смотрите в следующем материале выпуска. За последний год Коржевское сельское поселение сильно преобразилось. Отличительной чертой поселения стали хорошие дороги. Благодаря участию в краевой программе удалось отремонтировать около 5 километров дорог и порядка километра тротуаров. Также отремонтированы внутридворовые территории. На эти цели из краевого и поселенческого бюджетов было израсходовано более 19 миллионов рублей. Возведен капитальный ремонт дорог по улице Мира, Мирной, Октябрьской, Совхозной, Садовой, Советской, улице Красной. Капитальный ремонт улиц, по улице Краснодарской, тротуара. Отремонтирован тротуар по улице, вдоль стадиона. Проезды вокруг СДК Коржевский. Помощь в благоустройстве поселения оказывала и районная администрация. Было установлено дополнительное освещение улиц, решен вопрос с водоснабжением, пробурена новая скважина. Проведены работы по благоустройству стадиона. Роман Иванович Синеговский помог нам с освещением у стадиона. Теперь наш стадион освещен. Наши спортсмены занимаются в вечернее время. Мы отремонтировали дорожку беговую. Уплотнили ее. Наши спортсмены очень довольны. Все выходят, занимаются. Большим спросом пользуется дорожка жителей, которые занимаются скандинавской ходьбой. Все вопросы по благоустройству поселения решали совместно с жителями и территориальным общественным самоуправлением. Благодаря неравнодушным тосовцам для детей установлена современная игровая площадка. Благоустроена территория воинского мемориала и центрального сквера. Там обновили освещение, установили видеонаблюдение и малые архитектурные формы. Работы по благоустройству поселения будут продолжены и в следующем году. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».